Добрый день, меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Приглашаю вас на инспекцию отеля Кимерас Holiday Village, который находится в регионе Кимер. Вот карта всего отеля. Два теннисных корта, два бассейна, аквапарк, четыре горки, три горки, бунгало по всей территории, несколько зон на пляже, волейбольная площадка, павильоны, ресепшн. Большая территория, много зелени, все туристы, которые здесь отдыхают, как правило, остаются довольны этим отелем, поэтому можете сюда спокойно ехать, вам понравится. Отель состоит из бунгал двухэтажных, территория большая, поэтому в разных местах могут быть как близко от ресепшена, так и далеко. Номер 2221, тип номера стандарт, Garden Standard. Здесь у нас то ли плитка, то ли паркет. Есть софа раскладывающийся, можно еще дополнительное место. Плазменный телевизор. Чайный уголок. Ванная комната. Принадлежности, все это имеется. Мини-бар, сейф, душ, балкон с видом на сад. У них есть своя теплица, в которой они выращивают цветы, оранжерея. Апельсиновое дерево. На всей территории поют птички, играет музыка. Умиротворяющая обстановка. Отдыхаешь здесь. Дошли с вами до пляжа. Небольшой пирс у них есть. Волейбольная площадка прямо на пляже. Песок насыпной. Мелкая галька. Здесь уже покрупнее и вход. Номер 4119, Кимера стандарт, две кровати, да. Тахта, дополнительная кровать, чайный уголок, телевизор. Кимера стандарт находится ближе к дороге, душ. Релакс бассейн. Бар на пляже.
Здесь рядом же находится игровая площадка, теннисные корты, амфитеатр. Забежим, посмотрим. Вот она, игровая площадка. У них собственный бассейн небольшой. Вот видите. Настольный теннис. Опа, сделаем вот так. Ускорим процесс проникновения на площадку. Территория закрытая. Детки рисуют. Есть комната отдыха. Аквапарк. У них две горки здесь. Вот как весело. Два теннисных корта. Один и сразу второй. И здесь корты для настольного тенниса. Столы. Футбольное и баскетбольное поле. Покрытие здесь трава. Вот. Раньше отель был соединен мостом с соседним отелем, потому что это были, если не ошибаюсь, одного хозяина отеля. Сейчас нет. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.